Ульяновская область – лидер среди всех субъектов государства по борьбе со взятничеством. Такую оценку Национального антикоррупционного комитета страны озвучили на первом в этом году заседании региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Мы реально начали влиять на правильное продвижение вопросов эффективного использования бюджетных средств, закупок, контроля за расходованием бюджетных средств. Все акты проверок контрольных финансовых органов, как внутреннего и внешнего, в обязательном порядке на сегодняшний день рассматриваются либо на площадке Палаты справедливости, либо на площадке Общественного совета по противодействию коррупции. Результат деятельности профильного ведомства чувствуют и сами жители. Доказательство тому – социологический опрос, который проводится в регионе два раза в год. Анкетирование показало, к примеру, что в сфере здравоохранения коррупции стало меньше. Индекс восприятия коррупции лучше на 6%, то есть взятничество в медицине стало меньше. При этом, как отмечает губернатор Сергей Морозов, работы еще остается много. Считаю, что реализуемая в регионе политика в области противодействия коррупции должна быть более острой, более, если хотите, агрессивной, должна отражать актуальную проблематику защиты прав и интересов граждан, субъектов предпринимательской деятельности и общественных институтов от возможных коррупционных проявлений в деятельности представителей органов власти. С 23 по 27 апреля в области пройдет 7-я по счету неделя антикоррупционных инициатив в сфере образования. В каждом муниципалитете запланирован ряд событий. Формат их разнообразный. И от семинаров до круглых столов, брейн-рингов и с обязательным участием детей через конкурсы. А для повышения открытости антикоррупционных инициатив с 1 января 2019 года в практику внедрят новый формат работы. На плечи всех ответственных должностных лиц, министров, руководителей органов власти и глав администрации ложится подготовка ежегодных отчетов о деятельности в области противодействия коррупции. Не позднее 1 апреля документы получат публичную огласку. Ренат Алюлова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.